еще не синим, а с красной повязкой. Начался финальный поединок. Россия Филин из Аякс. И Петрова Николитов, первая атака России Филин провела, но пока без оценки. Да, видеоповтор сейчас за столом видеоповтора посмотрел и принял решение за оценку Вазари. Но оценка Вазари спортсменки с красной повязкой. Начала действовать Россия и пытается отыграть оценку, которую проигрывает. И вот ее атака очередная, но пока безрезультатно. Она сейчас доминирует в поединке и, возможно, что если она проведет еще пару так, еще одна атака уже в левую сторону. Я смотрю, очень разносторонние спортсменки из левой и вправо пытаются делать приемы. Такая грубая ошибка, бежала отыграть Вазари и вот так вот немного не проконтролировала свои действия и в результате попалась на контрприем. И второй Вазари, и значит оценку ИКОМ получает спортсменка Петрова Николета и становится чемпионкой. Николай,